По традиции в армию призывников отправляют в торжественной обстановке. Напутственные слова от сотрудников военкомата и военнослужащих. Все понимают, армия для молодого человека – это важный этап взросления. Сынулю отправляем, будем тосковать очень по нему, уже скучаем, но надо. Мужчина должен служить. План по призыву подписывает президент России, и региональные комиссариаты руководствуются этими цифрами, формируя свои списки. В Сочи на воинском учете стоят 6976 человек. В осенний призыв на службу в армию отправлено 485 срочников. Сегодня провожали очередную партию – 70 юношей. Уже известно, где они будут служить. 15 ребят, хорошо разбирающиеся в компьютерном деле, попали в военно-космические войска. 4 призывника будут служить водителями. Они прошли специальную подготовку – в Лазаревской автошколе и получили права категории «Б» и «С». Остальных отправили в учебные части в Волгоград и Владикавказ.